Меня зовут Любовь. Мой путь к Богу начался с детства. Я ходила в церковь евангельских христиан-баптистов с родителями. Но потом я отошла от церкви и уехала из страны. Спустя время, года, жизнь привела меня в другую церковь через человека, с которым я сейчас состою в браке. Иисус Христос является для меня наставником, путеводителем, другом. Благодаря переменам, которые произошли в моей жизни, я посвящаю себя Ему. Об этом я сегодня свидетельствую, принимая крещение полным погружением в воду. Дорогая сестра Любовь, вы сегодня засвидетельствовали о своей вере в Господа Иисуса Христа, в Его жертву. Поэтому на основании вашей веры крестю вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Меня зовут Анатолий. Родился я в православной семье. Знания о Боге, как я понял, были просто теоретические. Благодаря обстоятельствам и тем проблемам, которые встречались на пути, моя жизнь подвергалась опасности. Как минимум 4 раза я был между жизнью и смертью. Для меня было непонятно, как я оставался живым. Когда Бог проявил свою силу в 4-й раз, я понял, Он меня любит. Именно тогда Он открылся мне в Сыне Своем на Голгофском кресте. Этот свет просиял во мне через моих родственников коломийцев. Жизнь стала другой, обрел уверенность в будущее. Благодаря этому я и моя семья решили заключить завет с Богом через родное крещение. Таким образом, я посвящаю свою жизнь моему Богу. Желаю быть светом и солью, освещая путь другим и придавая вкус обществу, в котором я живу. Дорогой мой брат Анатолий, глубоко тронут ваши свидетельства. Посему на основании вашей веры в Господа Иисуса Христа как Спасителя крестю вас во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь.
память.